Всем привет, сегодня с вами проходим монахиню 1.8 на сложности, но перед этим кастомизируем все снова. Магазин. Ваше улучшение. Давайте возьмем огнемет. Взрывной горшок. Я только сейчас заметил, что оказывается можно менять и голову, и тело монахини. Давайте выберем. Художественный макияж. Давайте ее сделаем для начала молодой. Будем постепенно подниматься. Тело. Рыцарские доспехи. Новые одежды. Давайте новые одежды. Все в тему уже должно быть. Прогресс уже полностью весь куплен. Украшения. Добираем монашку, добираем маску. Крест. Украсьте комнату предметом, который стоит целое состояние. Видимо, слиток золота. Книгу заклинания оставим на следующее видео. Ваше улучшение. Обновления. Все это есть. Двустволка. Супер взрывная кукла. Кроссовки. Так, дополнительную жизнь нам не надо. Давайте оружие сделаем уже меч. Как она, интересно, с таким будет ходить? Играем. Выбираем уже режим легко. И стартуем. Сегодня будем также уплывать на крокодиле. У нас сейчас будут страницы книги расписаны всевозможным оружием. Давайте смотреть. Древняя книга призыва оружия. Смотрите, коробочка печенья. Огнемет. Жвачный пистолет. Быстрые кроссовки. Взрывная кукла. Коробка печенья. Что там был эффект? Смотрите, красивый эффект. Ну-ка, стреляем. Огнемет. Можем все сжигать. Ну-ка, картину с дьяволом. Уже подожгли. И кидаем. Есть ли такой баг? Да, кровать загорелась тоже, ура. Берем коробку печенья, смотрите, чтобы из нее достать взрывной горшочек, нам нужно просто нажать на активацию. Бам, и все, у нас горшочек появился. Я могу вечно докупать за монеты. Вот тот самый золотой слиток, золотой крест. Черепа, монашка, привет, закрываемся. Все, подорвалась, ладно, выкидываем горшочек. Молодая монахиня, смотрите. Из Evil Nun 2. Реально, из Evil Nun 2. И вот тяжелый меч. С ее любимым знаком. Кстати, на мече можно кататься. Так, очки, очки, очки. Она же где-то выронила их. Или очки не берутся? Ах ты, не берутся, понятно. Она их все равно оденет. Побежали за проводком. Мистер Си, Рустел. А вот где Гами? Напишите в комментариях. Я все еще его не видел. Наша первая задача — получить крюк из канализации. Нам нужно будет жалюзи открыть. Игра идет идеально вообще. Как это возможно? То же самое, что играю в ПК-версию. Ой, крыса напугала. Сразу захватываю с собой лом. Будем им скидывать доску. Все, монашка без сознания пока что. Вот такие фанарты. Смотрите, опять Давид 1404. Мальчик с синими руками показывает на монахиню. Ничего себе, он удивлен. Я золотого мальчика сюда не поставил в этом видео. Нам еще лом пригодится в канализации, так что давайте его сюда и нести. Да просто так забросим. Идеально, крюк. Первое место, где мы его применим, это на парковке. Рядом с колонкой. У нас всего 4 места. Мы его с вами будем перекрывать 4 заслонки, как в предыдущем видео. Красивая луна, все идеально идет. Так, теперь наша задача — бежать в ванную. Но монашка-то уже очнулась ведь. Можем не нашуметь? Ничего себе запулил. Скорее всего, нашумел. Успел. Ёх, он вышел. Сразу же. Ладно, хоть хромать не будем, как в Гренни. То есть данную дверь я уже открыл, и ключи лежат рядом. Что еще есть? Есть закрывание книги. Жвачный пистолет. Доберем. Опять был красивый эффект. Я его пропустил. Бам.
Двойные шарики, это супер пистолет. Смотрите, сразу на тело и на голову. Как классно. Дверь открывается, ключи-то куда выпали? Ах ты, вот как далеко. Связка ключей. И все полностью можем открывать. Аккуратно, теперь нужно побежать за крюком. Смотрите, думает, что я на втором этаже. Ладно, оставляем. Я спалился прямо знатно. Все, тогда перебираемся через канализацию, потому что монахиня меня поймает. Успею? Да, успел занырнуть. Сейчас бежим на кладбище, мы всех ближе к нему. Так, сестра Мадлен, ты где? С молодой как-то поприятнее играть. Она не такая страшная. Заслонка. 2 из 4. Еще нужно будет одну в ванной закрыть. А, и одну в женском туалете. Мы недалеко. Ура. И осталась последняя. Аккуратно. Ничего не роняйте просто так. Все-таки играем на сложности. Сестра Энда. Сестра Конец, как будто бы. Монашки нет, она вообще в ванну, скорее всего, не ходит сама. Все, наконец-то перекрыто. Вы закрыли все заслонки, вода перестала поступать в водосток. Ёкарная вышь, на! А, она то есть меня хочет обхитрить, что ли? Она не пошла. Нам, кстати, надо с собой захватить назойливую рыбу. Куча шариков. Просто бесконечно. Мы с вами пока что направляемся за рыбой. Поющее чучело рыбы. Это прям новинка. В монахине. Кстати, а кривошип? Да, давайте крутанем. Можем по доске идти. Все, мы сейчас с вами попадем сразу же к крокодилу. Ну-ка. Сразу запело. Здесь нам также пригодится лом. Его давайте кинем подальше. Так, поющая рыба. А давайте его попробуем кинуть прямо на воду. Это будет прикольно, на. Все, утонул. Мне кажется, он прям под воду упал. Да, смотрите, его здесь нет. Он где-то под водой. Ну-ка, рыбу, на. Что? Здесь преграда. Да-да-да, не перекинешь. Ну я же как-то лом перекинул. Кстати, вот это прям очень жестко. Как выключить рыбу-то? Никак, похоже. Давайте искать все предметы. Все, ура, переключатель нашли. Сейчас сразу сольем воду. Лом упал до конца. Вот он. Все, рыбу несем. Так, крокодайл. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Но пока он меня не видит. А, все, уже увидел. Насколько ты быстрый? А, он к рыбе пошел. Прикол, так он ее сломал или что? Ёгарный бэшен! Это какая-то была жесть. Так он скоростной. Не взял с первого раза. Все, давайте пока оббежим. Тут также может быть монахиня, да? Она же тоже не дремлет. Всевозможные записки. Давайте вообще поищем шестеренку. Нам нужно с вами будет еще канистры искать. Шестеренка бывает в одном из шкафов. Мы даже слышим, как уезжает добрая монахиня. Да мне эта локация вообще очень нравится.
Крокодайл там ходит. Монашка не идет до сих пор. Вода, солнце, дверь, сундук. Запоминаем. Ну как это можно запомнить? Давайте на всякий случай откроем ход. Если меня монашка грохнет, я вернусь сюда. Все, и обратно. Похоже, разбиться здесь нельзя. Так, шестеренка. Где же ты? Может, она в шкафу бывает? Нету. А, вот еще шкафчик, ура. Нету. Сундук не открывается. Здесь, что ли, можешь лежать? Канистра с водой. Их нужно 4 собрать. И еще хомут. А, вот шестеренка. Смотрите, какие респауны добывают. Она в песке прям утоплена. Супер. Размещено предметов 1 из 5. Мы сегодня с вами проходим монахиню 1.8. На сложности легко. Это пока что начало. Будем постепенно повышать уровень сложности. Бам. Открыли. Крокодила нет, можно сказать. И вставляем в щель. Сейчас будет злить его. Так, ну-ка. Опять поет, смотрите. Сломал. Но сейчас и меня можешь сломать. Нам открылась тайная комната. Канистра с водой. Это вторая уже. Так, а кстати, а если мы поднесем канистру к решетке? Давайте проверим. Ради теста. Прокатит ли или нет? На! Это жесть какая-то. Ну, кинул, кинул, кинул. Может, оттуда смогу взять? Протестируем. А, еще канистру вижу. Это будет третья канистра. Кстати, через этот способ, скорее всего, намного быстрее проходится. Не заметил, ура. Давайте пока здесь оставим. Может, через щель возьмется. Крокодил. Еще ближе. Есть, прям близко поставили. Он меня хочет атаковать. Сейчас нужно четко зайти. Еле зашел. Ах ты, я забыл там пароль. Капля, дверь. Все, скинули засов. Побежали снова на второй этаж. Я уже успел забыть пароль. Мы сейчас с вами бочки попробуем взять. Все, не берутся, понятно. Нужно таскать по одной. Сейчас снова смотрим пароль на двери. Капля, солнце, дверь, сундук. Снизу можно закидывать? Бам! Нет, не долетает. И за второй канистрой идем, потому что она далеко. Нас крокодил может поймать. Сейчас успеем, успеем, успеем. Заходим. Перемещаемся к плоту. Если найдете баги или интересные моменты по монахине 1.8, обязательно пишите в комментариях, будем проверять. Особенно если они будут помогать быстрее пройти игру. Капля, солнце, дверь, сундук. Вот сундук. А, это змея вообще. Капля. Шестерка первая. Пятерка последняя. Шесть, что-то, что-то, пять. О, канистру нашли. Солнце ищем. Это получается дверь. Дверь, сундук. 95. 60 что-то, 95. А солнце где? А вот солнце. 62, 95. Побежали через плот, нам же на него нужно ставить.
Если все правильно, мы с вами получим хомут. Есть, да, все отлично получается. Дверь открыта. Это у нас комната с трубами. Немножко похоже даже на мороженщика. Сейчас просто скидываем хомут и вернемся за бочкой. Да, классно. Так, ты меня прям здесь ждешь? Нет. И наверх, видите? Нас крокодил вообще не трогает. Монахиня сюда тоже почему-то не ходит. И мы с вами почти что прошли. Бам. Плод создан. Давайте теперь отсюда крутить. Потихонечку, видите, поднимаем. А если пойдем в этот момент? Мы прям ушли, ушли, ушли. Как это? Что? Крокодил же реально может пройти. Как его подразнить-то? Смотрите-ка, такого не было в предыдущем видео. Нам сейчас нужно сами крокодила загнать вот сюда. А, прилег. У нас поющей рыбы-то больше нет, он ее сломал. Прикол, он меня, похоже, дразнит. Смотрите, он меня дразнит. Ёкарный башен. Ёкарный башен! Подводим его сюда. И на лестницу быстро. Да, мне кажется, эта лестница будет какой-нибудь интересный баг. Типа баг полета. И сюда. Иди ко мне. Не, не идет, не видит. Понятно, прям лег. Хорошо. Давайте еще крутить. И уходим. Уже не получилось. Получено достижение. Прошли на легком режиме. Наконец-то. Нам бы еще разрешили головой крутить в этот момент. И нас ждет молодая монахиня с мечом. Каждый раз, получается, даже сама сцена будет меняться. Вот она. Да, во многих играх оставляют стандартный скин в конечной сцене. А здесь даже скин другой. Сзади, кстати, крокодил ходит, спалился, смотрите. Два крокодила в игре, один же нас утащил. Вот это ему спасибо. Ладно, хоть я его подозвал поближе к решетке. Он не удосужился смотаться из сцены, просто сейчас решил погулять. Оценивайте прохождение на сложности лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.